Пышные юбки и с иголочки одетые кавалеры. Воспитанникам кадетских училищ к балам не привыкать. А вот дети из районных интернатов на таком событии впервые. Не все вспомнили о реверансе. Волнение давало о себе знать. Первый танец – вальс. Первый бал в музее провели в 2019 году. Тогда тут собрали городских школьников. Просторный зал, вокруг предметы искусства. Все это создает нужное настроение. В этот раз приехали дети из Баргузина, с Тарбагатай и из Мухашибирского района. То есть дети, для которых выезд – это уже событие. Бал предполагает танцевальную часть. Да? Поэтому наш зал музея, он располагает вот к такому общению с помощью музыки. После танцев игра «Ручеек». Справятся даже малыши, но в бальных платьях это непросто. Очень понравилось танцевать. И мне было тяжело тоже играть в «Ручеек». Было сложно, все запутано. А в целом мне понравилось. Мало, это весело или скучно? Весело. Организовал бал Байкальский фонд поддержки детского развития. Я попала на это мероприятие уже, ну как, на бал во второй раз. Первый раз я была на Кремлевском балу. Это очень необычное чувство попасть как в такую, скажем, сказочную атмосферу. В программе был также мастер-класс от профессиональных танцоров, фотосессия на фоне картин и даже угощение в буфете. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.